Череда торжественных событий состоялась на президентском мосту. В честь работников мостотряда в Ульяновске возвели монумент. Красавец-строитель с волевым профилем на фоне фамилий тех, кто 20 лет возводил этот крупнейший объект федерального значения. Новый памятник сооружен под девизом «Соединяя берега, людей и эпохи» от благодарных граждан России. Автором выступил ульяновский архитектор Владимир Сергеенко в тандеме с московским скульптором Кареном Саркисовым. На церемонии открытия собрались первые лица города и области в компании зампреда правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. То, что мы через столько лет не забыли тех, кто его строил, это очень знаково. То, что нашли силы, возможность, деньги, все-таки увековечить имя тех, увековечить вот название организации, фамилии людей, вот, и сделать непосредственно памятник. Я считаю, что это огромное достижение. Анатолий Устинович Горохов приехал на стройку века из Сибири. Будучи 20-летним парнем, он и не догадывался, что останется жить в городе на семи ветрах. Здесь у него есть дом и большая семья. Анатолий искренне рад тому, что его товарищи не забыли. Это очень, ну, будем говорить, мощное такое начинание. И, пожалуй, это первый такой монумент в России, посвященный мостостроителям. На левом берегу продолжилась праздничная программа. В этот же день открыли не только памятник, но и транспортную развязку. Строили ее 2 года, в нее вложено более 2 миллиардов рублей. В конце ноября, после строительства надземного перехода через Димитровградское шоссе и благоустройства, объект планируют сдать в эксплуатацию. Также готова дорога, соединяющая улицы Врача Михайлова и Оренбургскую. По новому объекту запустят общественный транспорт. Это развязка, логическое продолжение того моста, который был построен 12 лет назад. Она позволяет интегрировать мост в транспортную систему города Ульяновск. Позволит разделить транзитные потоки и пассажирские потоки. Снизит аварийность. С открытием движения запустили маршрут номер 10. Он будет проходить через центральную клиническую больницу, Заволжский ЗАГС, перинатальный центр, дом детства и парк 40-летия ВЛКСМ. Первый автобус будет отходить в 5:30 утра от проспекта Дружбы народов. Всего на маршрут выйдет 4 СИМАЗа. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.